Всем привет! Буквально на днях у меня появилась вот такая вот книга. Можно сказать, это просто неожиданное чудо какое-то. По-другому я уже Олю не могу назвать. Она как моя фея решила подарить мне такую книгу. Я просто в восторге от нее. Она мне всегда нравилась, эта книга. Так как я люблю раскрашивать цветы, Оля об этом знает. И решила мне преподнести такой сюрприз. Я, конечно, была удивлена. Оля, огромное тебе еще раз спасибо, что радуешь меня такими чудесными книгами. Сразу я одела в обложечку книгу, конечно же. Так, по размеру обзора, скорее всего, есть на эту книгу. Ну, есть, наверное. Но я обзор не смотрела, я видела просто некоторые раскрашенные работы в этой книге. Вот так по сравнению с книгами Джоана выглядит эта книга. Цветовой год, цветочный год, кто как ее называет, эту книгу. Вот книга Джоаны, насколько больше получается. Книга идет с закладкой. Закладочка такая нежного зеленого цвета. Книга прошита. Листочки у вас точно не выпадут из этой книги. Картонные, как в настоящей книге, обложки с обоих сторон. Такой форзац зелененький, нежный. Такие плотные листы. Я, правда, еще не тестировала эту книгу, но прям буквально завтра хочу попробовать раскрасить небольшую иллюстрацию. И в раскрашенном за август я вам обязательно покажу. Прям буквально остался 2 дня до конца месяца, и как раз я вам покажу работу. Очень плотный, порой, знаете, даже хочется разделить. Кажется, что там 2 страницы. Так, это у нас 2017 год. А бумага довольно-таки кремового такого цвета, не сильно темного, но приятного такого оттенка. И я думаю, как многие знают, на каждый месяц определенные какие-то цветы, букеты, полянки такие цветочные. Это у нас январь. Целая цветочная поляна. Есть как отдельные цветы. Есть некоторые такие более темные цветы, листочки. Есть вот такие вот небольшие цветочки, тюльпанчики такие красивые. Это у нас февраль. Конечно же, в моей местности, где я живу, в феврале снег лежит по пояс, можно так сказать. Но все-таки будет очень приятно, я думаю, зимой пораскрашивать цветы. Я вообще цветы люблю всегда раскрашивать. Тут вот, кстати, много птиц, растения всякие. Цветы в основном, конечно же. Вот маленький прям цветочек, такая маленькая иллюстрация, можно быстренько раскрасить. Это у нас март. Здесь уже идет... ну нет, тоже так. Я думала, что можно вот так. Нет, вот так же. Ну, тоже маленькая прям иллюстрация. Мне нравится, что многие, знаете, многие иллюстрации, они практически полностью заполнены. Ну, то есть не нужно даже думать о том, как раскрасить фон. Например, просто можно пастелью сделать, и все. Птички. Апрель. Ну, зайчик. Птички. Бумага очень приятная. Она, знаете, она не совсем прям гладкая. Немножечко как бы шершавая, но нет, она больше мягкая, больше гладкая, но не совсем скользкая. Вот если у меня есть китайские раскраски, там бумага намного, ну, как бы там совсем гладкая. Посмотрим, как будут здесь карандашики ложиться. Такое ощущение, скорее всего, ягода цветет. Конечно, красиво.
Ну, бабочка даже есть, чтобы я не обратила внимания до этого на бабочку. Май. Это мой месяц. У меня в мае день рождения. Значит, буду обязательно раскрашивать что-то здесь. Но я буду стараться, во всяком случае, стараться по одной иллюстрации раскрашивать месяцы здесь. Ну, буду стараться, потому что сейчас хочется и в одной, и в другой пораскрашивать. Времени просто не хватит. Ну, а так, конечно, буду стараться, потому что книга просто вообще, она просто волшебная. Я на нее налюбоваться не могу. Июнь. По-моему, Маша раскрашивала вот эту иллюстрацию. Акварелью. Если я не ошибаюсь. Красивая тоже у нее работа получилась. Листы прям плотные. Видите, какие? Такие. Вот такие цветочки. Похоже на маки. Это, наверное, так маки. Да, мак. Мак. Потому что тут и листья как раз как у мака. Так. Ландыши. Ирисы. Бабочки-стрекозки. Июль. Шиповник. Цветы, конечно, красивые, нежные. Вроде бы смотришь, как будто бы много разных цветов намешано. Но когда раскрасишь, я знаю, что такие иллюстрации будут обалденно красивые. Ну, тоже прям быстренько можно раскрасить. Август. Вот в августе я здесь одну маленькую работу хочу раскрасить. Попробовать бумагу и вообще посмотреть, как получится. Посмотрите, какая прелесть. Вроде как на гибискус похожи цветочки. Вот такой букет. Красотища. Вот такой вот я выбрала иллюстрацию. Она небольшая, и как раз можно успеть ее раскрасить. Сентябрь. Тут уже у нас есть ягодки. Смотрите, как малина или ежевика. Здесь и рябина, и каштаны, смотрите. Потому что тут лист каштана, рябинка. Именно вот как раз осенняя такая. А здесь вот так. Вот это вот. Вот такая иллюстрация. Тоже довольно-таки простенькая. На фуксию похож цветочек. Тоже вроде как простенько. Октябрь. Здесь у нас тоже и фрукты есть, и ягоды. Красиво. Желуди. Вот видите, можно даже дубок нарисовать. Листья дубовые, желудь. О, ветка. Здесь вот видно, что похоже как на шиповник. А ну да, вот она, веточка идет шиповника. А тут же такие типа ранетков. Ранетки такие маленькие, яблочки. Это у нас ноябрь. Тут уже похоже как и вроде как и на калину. А здесь самолетики клена, смотрите. Здесь можно, видите, разобраться, где что нарисовано.
Прям очень плотные, конечно, листы. Порой сомневаюсь. Кажется, что там два листа. Здесь вот колючки, какая их по-разному, и чертополох, кто как их называет, такие вот колючие растения. Декабрь. Птички. Невелички. Вот тоже птичка. Здесь вот уже такие более новогодние растения. Здесь вот уже и шишки, елочка. Или что-то типа кедра. Довольно быстро можно, например, вот эту раскрасить иллюстрацию. Ну, а здесь описание, что нарисовано. И малышка, пчелка. Вот такая вот книга. Я надеюсь, вам было хорошо видно. Постаралась показать каждую страницу. Порадуйтесь за меня, что у меня появилась такая раскраска. Пишите комментарии, если вам понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. А вам, Ольга, еще раз огромное-огромное спасибо. Ну и всем пока. До новых встреч.